Всем привет, друзья! Это Let's Go Let's Play и нашел новую игрушку про полицейских. Давайте посмотрим, что это за игра. Начнем новую карьеру. Так, я Марк Ангел. Да. Переновать можно? А, здесь то есть два персонажа-то. Да. Ну, это буду я, допустим. Макс. Мастер. И пусть будет Сюзанна. Продолжаем. Так. Группа, я так понимаю, да? Кстати, пока загружается, комментируйте, какие хотите увидеть еще игры. О, загрузка пошла как раз. Давай. Так. Ну почему так долго? Быстрее. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну что, что, что? Давай, давай, давай. Вот разгон пошел, пошел. Выдайте мне дубинку и пистолет, я тут научу родину любить всех. Но. Да быстрее. Отлично, 99% вы готовы. Добро пожаловать. Прежде чем начать, ознакомимся с основным управлением в игре. Нажмите продолжить. Продолжить. Вы получаете задание в начале каждой смены. В начале вашей карьеры вы контролируете один район. Позже вы будете контролировать несколько районов. Нажмите продолжить. Да начинаем смену, вы чё? Опа. В дополнение к стандартным способностям, каждый из двух полицейских также имеет специальные навыки. Для начала познакомимся с управлением движением вашей оперативной группы. Так. Окей. Оп-оп-оп-оп. Какая тут графика интересная. Удерживайте клавишу Shift во время движения, и ваши полицейские побегут. Уху! Как быстро мы бежим! Если вы желаете изменить ваш обзор, не изменяя направление движения, удерживайте левую кнопку мыши, двигайте мышью налево-направо, вверх и вниз для изменения обзора. Приблизить или отдалить камеру, крутите колесо. Так, 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 ну понятно все. Ну-ка. О, нифига себе. Так. Щелкните колесо мыши, чтобы поместить камеру позади вашего персонажа. Отлично. А, можно отдалять, придалять, да? Так, где? А почему у меня ничего нету? Как-то неудобно управлять этим всем делом. Так, вы можете выполнять различные действия со специальным оборудованием обоих полицейских. Для переключения управления между полицейскими нажмите Tab на клавиатуре или левой кнопкой мыши на портрете в левом нижнем углу экрана. Сюзанна, прошу. Вы часто будете получать экстренные вызовы, вы можете использовать оборудование в нижней части экрана для выполнения ваших текущих заданий. Так... Теперь проверьте гражданское лицо с вашим КПК. Переместите вашего полицейского поближе к прохожему и нажмите левую кнопку мыши по иконке КПК. Окей. Так, дайте мне Макса моего. Да. Ну и где тут кто? Опа. Так, сюда идем. Флэш, блондинка, стоять, бояться! Лейтенант Коломбо, полиция Лос-Анджелеса, стоять, я сказал, руки за голову! Стой, тварь! Так, показывает символ КПК, нажмите правую кнопку мыши на прохожем, чтобы проверить его. Проверить. Эмма Хоффман в данное время в розыске. Попала, Флэш, ха-ха! Окей. Прохожий в розыске. Новое задание. Арестуйте его. Ваши текущие задания могут быть перечитаны в окне «Дополнительное задание» в верхнем краю экрана.
Если вы нажмете на задание в окне допса задания, будет установлена метка местоположения на мини-карте. Да, подозреваемый пытается убежать от вас. Арестуйте его, нажмите левую кнопку мыши на ярлыке наручники в нижнем краю экрана, чтобы вооружить вашего полицейского наручниками. Дайте мне ствол сразу! Преследуйте бегущего подозреваемого, нажмите правой кнопкой мыши на подозреваемого, чтобы арестовать его. Окей. Слышь, стоять! Стоять, стерва! Я тут босс! Стой! Первый успешный арест, отлично! Отлично, вы арестовали подозреваемого. Обратите внимание на окно «Экстренная помощь». Вы все еще должны доставить подозреваемого в полицейский участок. Воспользуйтесь рацией. Хорошо. Рация. Теперь нажмите кнопку вызова полиции на рации. Вашего подозреваемого заберут ваши коллеги. Вызываем Бобик. Опа. Где там? Где вы есть? Вот они. На газельке подскочили. Мужика не сбей. Вот, на, забирайте ее шкуру. По печени там в участке насуйте. Так, кто следующий? Вот он, гопник, слышь? Так, поздравляем, вы успешно закончили вашу первую смену. Набирайте баллы для повышения звания и открытия новых районов. Щелкните левой кнопкой мыши по ярлыку вопросительный знак в нижнем краю экрана для отображения окна справки. Да. Да, выполнили. Круто. Опять загрузка пошла. Но я уже начинаю вкуривать, что это за игрушка. Сейчас будем вообще отжигать. Просто пересажаем весь район и перейдем на следующий. Та-та-та. Загрузились. Начать. Да, торговцев нужно найти, да? А где их будем искать? Ладно, пойдем искать торговцев. Слышь, дед, ты походу торговец, ну-ка стоять! Я сказал, стоять! Петух! Ну-ка! Нет, Олег! Иди, дед! Свободен! Свободен, а то я со ствола сейчас завалю. Ну-ка, дубинка, не. А, ладно. Пошли дальше. Сюзанна, за мной. Так, кто тут у нас торговец? Есть, кто не? А где их искать? Опачки, здрасте нахрен! Слышь, чё? Ты походу встрял, дядь. Попался? Ты в розыске, братиш. Нихрена себе, ты чё, попутал? На тебе! На! Остыл! Давай, вяжи его! Сюзанна, за мной! Где мусора? Кого вызвать-то? Так, рация. Вызываем машину патрульную. Слышь? Ни хрена ты, читер! Как ты проехал через бордюр-то? Так, ладно, машину вызвали. Вызываем скорую. Где скорая? Вот она. Меня только не сбей. Здорово, мужики, я тут ушатал одного педика. Вот, его надо забрать. Сразу вызывайте наряд. Да быстрее идите, он подохнет сейчас. Все. Еду. Да. Стоять, это полиция. Ну-ка. Нет данных. Да ладно, хрен с собой.
Пошли, стерва! Слышь, ты в шортах, ты мне не нравишься. Ты, походу, подозреваемый. А, нет улик. Ладно, живи, бабка. Весь город мой, я тут босс, я тут главный. Ну-ка, стоять, гопарь. Слышь, по-любому у тебя что-то есть. Можно было бы ему дубинкой сразу по затылку, я знаю, что он в розыске. Ну-ка, стой! Да ты чё, гляньте, как оружие, какое мне подозрение, да? А вон бабка стоит, или кто там стоит, ну-ка иди сюда. Сюда идём. Слышь, а куда ты? Ну-ка стой, дятел. Ну ладно, чё, побежал, так беги дальше. Так, кого еще надо проверить? Опачки, здрасте, а вы что-то вечером как-то вышли, непонятно. Иди. Проверено. Так. Че тут кто еще? Вон он, гопник, ну-ка иди сюда. Наркоман. Торчок. А че это вы тут делаете, а? По-любому наркоман в пиджаке. А тёлка твоя? Да чё такое? Чё вы все, а? Так. Кого ещё тормознуть? Так, так, так. Чё тут? Кто ещё есть? Где вы торчки, а? Слышь, может ты торчок, не? Иди дальше, с богом. Я район свой покинул. Из-за тебя. Сюзанна, за мной. О, стрелочка появилась. Ни хрена себе, а ну-ка. Со спутника кого-то нашли, походу. Ну-ка, ну-ка. Сейчас кого-то завалим. Сюзанна, беги, не отставай. На бензин денег не дают нам, да? Чё поделаешь? Отошёл. Где? Где портфель украли? Кто украл портфель? Кто украл портфель? Никто не бежит нигде. Где, где, где? Свернуть окно. Беги, Сюзанна! Блин, ты прыгать не умеешь, да? Хреново. Так бы повеселей было. Опа! Ну-ка стоять, кто там? Куда ты бежишь? Через кусты, Сюзанна, за мной! Засада! Слышь, ты походу нас долго будешь так водить. Бухай, что ли, идёшь, попал. Чё тебя, арестовать, что ли? То есть ты охренел? На тебе за то, что ты бухал. На. На тебе дубинка, ещё по морде. А то... Сюзанна, ты где шаришься? Глянь, на меня напали тут. Скорую. Так, наверное, вызовем свою тачку. Да,
Ах, тачка приехала. Сюзанов, в машину. А чё мы пешком ходим? Сейчас этого заберут, гомика. У-ху! Сюзанна, сейчас мы с тобой отожжём. Идите быстрее. Нам надо ехать на вызов. Там портфель украли, это очки везде. Мигал. О! Всё, отлично, погнали. Торчка, как стоять? О, Сюзанна, как нам быть? Attention, Miss, here's the police. Please stop immediately. Сюзанна, выходим. К нам торчок идет. Где он? Слышь, стой! Дятел! Стой! Тут тебе наручники на шее застегну, стоять бояться! Милиция! Опа, попался! Арестован, вызываем наряд! Приезжайте, пацаны, забирайте! Где тачка наша, Сюзанна? Где вы? Забирай! Сюзанна, в машину! Доведите быстрее, он уж еще нам чем покажет, а? Игра тут. Ага, есть, пока. Куда ты прешь? Стоять! Слышь, ДТП будем оформлять, нет? Ладно, не за тебя же. Надо торчков ловить. Ты хорош, выключи ты свою мигалку. Не в эту сторону. Сюзанна, рули! Давайте задержим трех торчков и закончим на этом серию. Вперли! Вторую, Сюзанна, ты там переключаешь, нет? Сбежал с дороги, я сказал! На вызов едем. Срезать надо. Бежал! Так, мы сбили кого-то, ладно. А нехрен под колеса бросаться, видят, я с мигалкой еду. Не слышно, что ли, я не понял. Давай, давай, быстрее, быстрее! Там торчков надо ловить всех. Поехали. Кто плакаты клеит? Так, с портфелем, мне кажется, ушли уже. Мы типа какого-то завалили. Ладно, хрен с ним. Сюзанна. Опа, блондиночка, ты походу, да. Ты походу попала. Здрасте. Иди, рыжая, это не блондинка. Иди сюда, дядь. Чё ты не нравишься ты мне? Ладно, иди. Опа, торчок, стой. Ага, попался. Куда ты побежал-то от меня, а? Стой! Все! Вызываем наряд! Быстрее езжай! У меня еще вон торчок! Стой, стой, стой! Не спеши! Так, ладно. Сюзанна за мной. Нет, ты иди, ты невинный. Вон он, торчок идет. Где бежит? А, он убежит. Все, увезли, нормально. Стой, стой, стой.
Есть 5 рублей! Ладно, иди нахрен. Кто плакаты где клеит? Я вот этого не пойму. Чё так медленно бегаем-то, а? Вызываем, где наша там? Машиняка. Как у Бэтмена прям. Быстрее садись. Поехали. Мигалка. Да. Куда ты идешь, сука? Ладно, иди. Опачки, стоять, не двигаться. Ты чё борзый такой, а? Ладно, иди. Сказали тебя не трогать. Дядька твой позвонил, сказал не трогать. Ладно, поедем дальше. Да, графика, конечно, у игры вообще шикарная. Ну, кто еще подозреваемый у нас? Чё, нормально едем. Куда мы район покинули? Не покинули мы его, мы на месте. Поворотники включаются. Опа! Вот он идет. Наш клиент, выходим, Сюзанна. Иди сюда, барыга. Стоять! Сука! Че вы тут шаритесь, дома сидеть в это время надо или на работе? Ты чё? Иди, вон он плакат. Так, кто наклеил? Кто наклеил этот плакат? Ты, стерва! Рыжая! Иди, дед, походу это ты. Я тебя отпустил, но это все-таки ты. Вот он ты и попался. Че ты еще драться? Нихера себе, с пером, Сюзанна, бей его. Стоять, все, попался. Вызываем наряд. Ах ты дед, сука. Не отбегал ты у меня. Слышал, что-то мне кажется, тебя надо проверить, а? Да погоди, ты с плакатом, вот он какой-то. Ладно, иди, дед. Сколько великов? Да, бери, не хочу. Срываем плакаты, Сюзанна. Резал, так, радар. Как сорвать-то, я что-то пропустил. А, вот, Сюзанна, ты срываешь, да? Да умница ты моя. У нас есть радар еще, отлично. Сейчас мы его где-нибудь в кустах поставим. Сейчас будем бабки рубить. Сюзанна, ты за мной? Че, не, а у тебя, может, есть? Отлично, Сюзанна, иди ставь. Так, сейчас мы поставим с этой стороны, вот тут вот. Опа! И... А, один, да? Давай куда-нибудь, Сюзанна. Подвесь, Макс. Сейчас мы его вманим. О, как стоит он, отличненько. Да, полицейский жезл. Опа. Ну чё,
Поставил на светофоре, сука. Ладно, сейчас найдем, где поставить. Где наш радар? Вот. Так. А вот тут мы его сейчас и поставим. Как родной будет стоять. Чик! Все. До конца смены у нас 26 минут, да? Так, Макс. А, то есть, если я переключаюсь на Макса, радар наш исчезает, да? Ну ладно. Пойдем еще кого-нибудь ловить. Он, походу, в желтой футболке. А вот он, торчок идет. Ну-ка, стой. Блин, да как нам? Почему нам нельзя район свой покидать, а? Сюзанна, ты где? Опа, попал, слышь, дядь? Ты, походу, стрял. Ты чё, охерел, что ли? Ты бабища. Сюзанна, дай ей. Да ты чё делаешь, да? Ну-ка, покури. Ломай её. Вызывай наряд. А это у нас кто? Ну-ка, стой. Чья тачка? Ну-ка, пробьем ее. Да сейчас мы вызовем эвакуатор. Нехрен тут машины бросать. Где эвакуатор? Эвакуатор? О, ни хрена себе, кого ты тут цепляешь? А чё тут, ДТП, что ли? А кто виноват, а? Ещё один надо вызывать. Да нет, вроде. Прикольная игрушка, да, базара нет. Слышь, ты, походу, да, за рулем была? Курица. Участник ДТП, вызываю наряд. Наручники. Нехрен нас тут. Следующий. И вот он, бабёха, да? Слышь? Еще один участник, да? Отлично. Наручники. И наряд. Слышь, наряд. Вот, забирайте тоже. Одну повел. Не, блин, тут ДТП устраивать нам. Эвакуатор, не. Одна тачка осталась. А вот эту будешь забирать, не? Или она так постоит? О, красавчик, бежишь. Отлично. Сажай ее. Машину на штрафстоянке заберешь. 2,5 рубля в сутки. Так, чё мы тут? Всех задержали, нет? Ну, в принципе, ДТП разрулили, осталось нам 3 подозреваемых забрать. Игрушка прикольная. Буду ее проходить дальше, будем дослуживаться до кого там, до генерал-майора, до какого-нибудь. Ребятки, подписывайтесь на мой канал, я еще раз повторюсь. Ставьте лайки, комментируйте, все ссылки в описании под видео. Желаю всем удачи и всем пока.